Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале HardSet Info, и я вам сегодня покажу, как с Realme 11 RMX 3780 добавить ключ, или же включить режим энергосбережения. Чтобы на данном случае включить режим энергосбережения, нам нужно свайпнуть вниз, и здесь его поискать. Вот у нас он есть. Как видим, режим энергосбережения нажимаем, и режим энергосбережения включен. Выключаем, режим энергосбережения выключен. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.